готовили. Камера, мотор. И начали. Язык будет черный, все будет черное. Когда открывается, там черная дыра, которая всасывает всех, всех людей, которые щадят матушку землю. Насправді ми давно планували робити колаборацію з Константином. Та нещодавно він нам написав, сказав, що дівчата, ось в мене є пісня Мара, незабаром годний год. Я знаю, що колаборація буде офігенною, тож я чекаю від вас ідей. Та ми відповіли for sure. Приїхали на студію Мастерська, співпрацювали з Костею, з Окраном та зробили це, зробили Мару. Тож слухайте. Вот как ты записала, только добавить туда какую-то, то есть голосом это сделать, но добавить такую какую-то. Зелье, квиточки и травы насбирали, окей! Хлопцы будут чарувати, бачи море очей. Тут, чтоб дотрогнути, заманити тебе. Ти до води, до води. Думки відведи, до води, до води. Море. Изначально был придуман сценарий театром абсурда «Воробушки» и Иваном Дорном. И идея была такова, что мы поем одну из первых песен Константина. В песне идет смысл о лесных духах, о природе, и поэтому подчеркивается тема про экологию. Поехали. Есть камера, поехали. А это что? Вообще-то, это дай-ка посуда из торсовья, чтобы было меньше пластика. Добре, що у мене є ти. Як добре, що у мене є ти. Як добре, що у мене є ти. Добре, що у мене є. Добре, що у мене є ти. Съемки именно наши были последними. Мы были на улице, было где-то минус 14, это ночь, и мы в кустах ползали, лазили, искали с Ваней лучшее возможное решение. И, конечно, съемочная команда, они работали просто ну, целый день и целую ночь, большие трудяги. Хочется поблагодарить всю съемочную команду, визажистов, стилистов, звукорежиссеров и всех, кто принимал участие в этом годном году. Особая благодарность Ване Дорну, Константину и Окрану за эту коллабу. То ли еще будет. See you again, for sure.